Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Венера, Пика, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Здорово, ребята. Ребята, вопрос лично от меня. Как зовут этого персонажа с какой-то игры или фильма? Кто напишет правильно первый ответ, будет просто красавчиком и обязательно попадет в начале ролика. А у нас сегодня очень классный мод на обзор. Это NPC с игры Lethal Company. Если себя текушите, приятного аппетита, а у нас обзор на классных монстров. Погнали. Бракен. Они так само выглядят в игре? Я просто этих всех монстров не видел в Lethal Company. Или чем-то отличаются? Не, они так должны выглядеть, походу. Так, давайте проверим, что он может. Листочки со спины торчат? Или что это за штука? Я не понимаю. Походу, да. Кости. За это я тебя съем. Ой. Чё, я тебя полностью съел? Гусанёк, я твой труп. Это мой труп. Я его узнаю. Я тебе, короче, его оставлю под елкой. Иди сюда. Прикольно. А если еще раз нажму? А я его еще раз подъел. А, так это как рыгдол. Прикольно. Я могу его съесть целиком? Тихо, не трогай, не трогай. Перестань, не больно. Ай. А почему я этого съедаю сразу с Dota 2 этого челика? Ага, если один раз нажимаю, я просто... Как я вас двоих сразу съел? Офигенный монстр. Ребята, обязательно досмотрите ролик до конца, потому что в конце мы поставим всех этих монстров и будем с ними воевать. Он до сих пор твой труп держит? Ладно, мочи его, давай проверим, как он. Хорош, хорош, неплохо. Так, следующий у нас Койхэт. Это, короче, голова пружина переводится, правильно же? Наверное. Я не могу двигаться. А ну отвернитесь. А ну-ка. У меня голова прикольно, этот звук такой, когда вы резко на меня смотрите. Вот отвернитесь, а потом резко посмотрите, слушайте звук. Я не понимаю, как оно работает. Это очень странный монстр, я реально не понимаю, как он работает. Он как-то убивает странно. Давай, Гусанёк, мочи его. Потому что мы в конце ролика должны устроить жесткую битву. Ну и, как всегда, наверное, будем их еще и взрывать. Эйлис Док. Ого, вот это зубчатки у него хороший, хороший. У него коричневая там под жопой. Ладно, шучу. Так, проверяем, что он может. А не прыгать вообще, да, не мог? А ну, контр. Я не могу вас убивать почему-то. О, давайте сделаем этот такой эксперимент. О! О, сработало. Всех грызет. Ого, он орет. Офигеть, а я не знал, как орать. Ого! Что это было? Ребята, нам, короче, смотри, как NPC воюют. Видели, как он скользит? На лапы. Вот это он рвет. А ну пусть меня съест. Так, хочу посмотреть, будет какая-то штуковина. Ого. Так, хорошо, давайте тогда посмотрим, как эти реально воюют. Это обычный NPC, все-таки интересно уже стало. А. Крыса вонючая, я понял. Он как-то и боится, вроде бы, да? Вроде и не боится. А хорошо, он как обычный воюет. А ну давайте вот этот пружина башкотный. А ну отворачивайтесь. Ого, он вынес! Он просто всех выносит. Так, хорошо, следующий у нас монстр Forest Keeper. Ого, мутантус! Хорош, хорош. Так, я его взял под управление. Они какой-то кнопкой, видимо, едят, я не знаю какой. Потому что я не могу реально убить вас. И мне такое ощущение, что он в игре был намного большего размера, чем здесь. Он же маленький. Он же больше должен быть, да? Раза в 4. Санёк, мочи его. И просто растворяются. Аннигиляционная пушка. Джастер. О, мелкий. А, это просто игрушка, которая сама себя заводит. Но она почему-то нас не убивает. Давайте я попробую завести сам себя. Во, начал заводиться. Кстати, вот, ребята, видите, идет время 39 секунд. Сейчас оно, короче, будет на уменьшение идти, когда будет 1 секунда, появится дебейлиший монстр. Кстати, если мы все станем рядышком, он сразу 4 убьет. Вставайте все рядом. Ой, ребята, сейчас осталось совсем немножко. Сейчас, когда уже музыка прям сильно зацикливаться начнет. Идем. Да, громковато работает, кстати. Ну что, все 4 должны умереть.
Это будет красиво. Я вас обманул! Ай, блин, дала мне тоже сила, вот жопа! Ну, блин, вас так красиво обманул! Надо было в самый последний момент уйти, но я, может быть, и не успел. Вот это череп здоровый! От него можно бенни-хопить? Давайте проверим. А ну, старайтесь убежать от него, от бенни-хопа. Нет, я вижу, убил. Вообще нереально! Нет! 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 Ого, подача! Вот это лупануло! Эй, слышь, нет, ты, ну, психичка, успокойся! Но если по кругу бегать, то он тогда, ну, не пойдет. Ого, он там брызги волны делает. Так, ладно. Ой, не того убил. Извиняюсь, просто чтобы ты не мучился. Бывает. Так, следующий у нас. Нуткракетр. Если я неправильно прочитал, не судите меня строго. Щелкунчик. Ой. Ой. Так, ну что, теперь я им управляю, давайте проверим, что... Так, перезарядка есть? Есть перезарядочка у нас, у него грустное лицо. А чего ты умер, я ничего ж не делал? Я просто подхожу, вы умираете? Да, он с помощью дробовика. Так, не, я могу стрелять, это я понимаю. Что, у меня патронов нет? А, нет. Прикольно, на самом деле, солдат. Только у меня патроны... А, есть патроны. А давайте попробую. Быстро убивает? А ну стой, стой. А сколько у тебя Венера ХП? 50. А ну давай попробуй. А ну у тебя гусь у них 100? 100. 75. А, по 75. А ну у тебя 100? А, ты наверное, просто промахнулся чуть-чуть. А ну давай. Что было? Да, было 100. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, как NPC воюет. Пацаны, прощайте. Ого, стрелял. Видели, как отлетела штукатурка? Эй, слышь, отвали, псих, я тебя боюсь. Ладно, давайте попробуем обычными пушками замочить. Вот реально интересно, получится или нет. Ого, вы видели, когда по нему стреляют, что происходит? Ого, а чё? Он и умер как солдат. Молодец, героем умер. Так, следующий у нас тампер. Эй, псих, успокойся. Я не знаю. А давайте попробуем... Что это за безногая обезьяна? Безногая обезьяна. Блин, они как-то странно атакуют. Я вроде нажимаю удар, а она не хотит. Ладно, пацаны, давайте пострадаем. Поехали. Я пошел. Я вспомнил. Мне, кстати, кое-куда надо. Она медленно, это чучело. Меня учила. Вот и все. Кстати, очень мало жизни, на удивление. Так, и последний у нас, скорее всего, даже не монстр, а предмет. Это... Турет. Так, если я сейчас поставлю, она сразу нас убьет. Давайте я в нее вселюсь. А ну, гусуняк, поставь технику какую-то разную там. Машины или еще что-то. Давайте типа, на людях. Вот у Венера сколько у тебя? 100. Ну, один разок почти стрельну. Вот, ну, просто. Что за очередь? Я ж не нажимаю уже. Ладно. Так, давайте по тачкам. Она не стреляет больше. Видите, как она дырявит? А давайте проверим. Танк, как вы думаете, танк уничтожит? Да. Ну-ка, 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 ну-ка. Что-то не хочет, пацаны. Даже дым, да, не идет? Обычно двигатель дым начинает идти. Не, у меня такое ощущение, что она не распространяется на танк. Ну, у него так же 1000. Ничего, да, все хорошо. Хорошо, давайте теперь она нас помочит. Пацаны, прощайте. О, кыш. А я за танком встал, я умный. Слушайте, ну в танке нарезное дуло, я сейчас только это увидел. Ого, он стреляет. Че, пацаны, мощь там мочит пушка? Мне кажется, она даже имбовее, чем с Half-Life 2 обычной пушки. Спасибо тебе, ты тоже за это умрешь. Ладно, я ее удалю. А, пацаны, сейчас будет очень жесткая битва, потому что кто досмотрел до этого момента, просто красавчики. Ставим всех монстров и просто наказываем. Ну что, вы готовы? Давайте, наверное, все-таки я оружку возьму себе какую-то. Так, что у нас? Давайте М9К. Вот мой дробовик. 3, 2, 1. Битва началась. Они не будут между собой, надеюсь, воевать? Пацаны, она хочет меня убить! А тварь ты такая, а? Сожрала меня все-таки. Я так-то впрягся сильно.
Вот это лошматки летят. Так быстро. Ну хорошо, давайте тогда сделаем последний классный тест. Кстати, я смотрел, ребята, что этот мод будет добавлять еще очень много монстров, практически всех. И там разработчик написал, что надо немножко подождать. Напишите вообще в комментариях, мне очень интересно, сколько монстров Little Company. Вот очень интересно. Гусенек, ты знаешь сколько? Нет. Так, ну что, скидываю одну маленькую бомбочку. Даже интересно, даже пушку поставлю для того, чтобы проверить, выдержит пушка взрыв или нет. Да и не разрушали. Уходите, улетайте, убегайте. 3, 2, 1, 0. Всех. Просто всех уничтожило. Нет. Нет. Заводячка осталась. Кстати, ее немножко от взрыва откинуло. Уходите, уходите, бомба летит. Прям на нее. А, по голове бомба убила. Венера, ты понимаешь, что тебе бомба по голове упала, и ты умер? Я даже не знал, что так можно. А что? А, и пулемет остался целый. Не, это, короче, оно бессмертное, это пулеметище. А, вот так уничтожается? Ребята, как вы думаете, если сейчас я поставлю монстра одного из сюда из Little Company, он сожрет всех зомби или только на нас будет нападать? Как вы думаете? Ого, ожившие. Поехали. Ого, на зомби жрет, смотрите! Вот, давайте ему еще солдатика поставим, пусть их гасит. А, он только на людей идет. Не знаю, ну, вроде это жрет. Вот этот. О, сейчас, кстати, будут зомби тягать за собой. Смотри. Все, потащил зомби. А, стреляет, да, по зомби, я вижу. Ого, он сразу выносит сколько. А я... Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока.